О, как жарко. Сниму кофту. Упс, застряла. Снова эти волосы. Ну вот, и что теперь делать? Давай эти волосы еще немного. О нет, очередная щетка не выдержала. О, котик. Давай, мой хороший. У тебя отлично получается. В прошлой жизни ты точно был парикмахером. Ты просто сокровище. Задержите лифт, спасибо. Здесь жарко. Ай. Эй, здесь люди стоят. В лифте слишком много волос. Упс, как неловко. Итак, волосы чистые и очень мокрые. Сейчас хорошенько посушу их полотенцем. Готово. И фен не нужен. Вау, Полли! Привет, Дженна. Как мило с твоей стороны. А теперь можешь идти. И спасибо, что набрала для меня ванну. Ванну? Ты о чем? Добавлю пены. Ой, я пойду. Дженна снова опаздывает. Цветы, совсем забыл. Эти вполне подойдут. Привет, это мне? Спасибо. А вот и ваза лежит, как кстати. Какие у тебя красивые волосы. Не трогай. Такие привлекательные. Я не могу удержаться. О, как приятно. Что происходит? Что это? Упс. Дженна все утро потратила на то, чтобы сделать укладку. Если бы парень знал, сколько средств для волос в ее волосах, он бы их не трогал. Обожаю эту песню. Сделаю звук погромче. Е-е-е! А робот-пылесос уже близко. А, мои волосы! Отпустите! На помощь! О, а это интересно. Оригинальный способ накрутить волосы. А что для этого нужно? Где-то здесь были салфетки. Попробую. Итак, что же получилось? Ничего не получилось. Ну, хоть экран протру. Сегодня в 5 мне подходит. До встречи. Он позвал меня на свидание, ура! Я должна выглядеть сногсшибательно. Примерно как моя любимая Ники Минаж. У меня и парик подходящий есть. Вот только надеть его не так просто. Эти волосы слишком пышные. Но я не сдамся. Готова. Ты выглядишь роскошно, детка. Привет, дорогой. Нравится мой новый образ? Очень экстравагантно. Но я уже привык. Вау, выглядит очень просто. Это именно то, что мне нужно. Заплетаю пряди с носочками. Привет, локоны. А вот и нет. Везде обман. Голова вымыта. Можно приступать. Начну с фена. Теперь укладка. Осталось только расчесать и, конечно, уложить челку. Теперь я готова. Можно ложиться спать. Я проснусь с идеальной укладкой. Уже утро? Что? О, челка выглядит ужасно. Но почему? Парни, грузите коробки сюда. Подняли. Одна упала. Эй,
Эй! Эй, парень, помоги! Что? Снова приняли меня за парня. Все из-за коротких волос. Да, ты тут права, но все-таки... Это кровь! 911, скорее приезжайте. Девочки, что за шум? Как вам мой новый цвет волос? Здорово, правда? Пенни? Ты серьезно? Немного неожиданно. Ваши документы? Так лучше? О, да, спасибо, проходите. Привет, я на посадку. Очки? Ну как? Нет, вы не похожи на эту фотографию. А сейчас? О, это вы, можете проходить. Кстати, меня на этой фотографии тоже никто не узнает. Я спешу. Ура! Это он! Алло? На свидание? Конечно. До встречи. Сверюсь с календарем мытья головы. О, нет. Я мою голову только завтра. Прости, свидание отменяется. Вот невезение. Пенни, ты только посмотри. Моя прическа совсем как у Арианы Гранде. Вау, это потрясающе. Я тоже хочу такую прическу. Ну как, похоже? Ну да. Отдаленно напоминает. Что смотришь? Ай, мои волосы! Ай, волосы! Ну сколько можно? Упс, прости. Есть хочется. О нет, я запутался в волосах. Что делать? Она просыпается. Ай, волосы! Ты опять? Я не специально. Все, с меня хватит. Милый, я нашла выход. Как тебе моя шапочка? Вау, ты выглядишь великолепно. И твои волосы теперь не стоят между нами. Полли, ты только послушай. Это было самое лучшее свидание в моей жизни. Да-да, ну можно я наконец поем? Фу, у тебя в бургере волосы. Что? Эти? Не страшно, это мои. Я уже к этому привыкла. Не обращай внимания. У-у-у, гадость. Где мой чай? Эу. Твои волосы и до меня добрались. Как высушить волосы? Это полотенце подойдет. Мокрые волосы такие тяжелые. Лишь бы это огромное полотенце не упало. Ну вот. Я так волнуюсь. Неужели он меня сейчас поцелует? Полли? Да. Твои волосы. О нет, эти дурацкие трассы все испортили. Понравилось наше видео? Тогда напиши в комментариях, какие смешные ситуации с волосами случались у тебя. И не забудь поставить лайк этому видео, подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые веселые видео на канале Трум-Трум.